Всем привет! Сегодня у меня в ремонте Sony. Это у нас моделька. Видно, нет? SVI-151D11MI. В общем, при подключении блока питания, лабораторного блока питания потребления 0,07 возрастает до 0,248, но это заряжается батарея, загорается индикатор батареи. При включении потребление 2 ампера, 2,100, 1,800 и вот так прыгает. 2,100, 1,800, 1,900, при этом экран остается черным. Ни подсветки, ничего нет. На кнопку выключения реагирует. Да. То же самое происходит и с включением от батарейки. Поэтому давайте разбирать, посмотрим, что у нас там кроется. До того, как попасть ко мне, его пробовали снимать жесткий диск, так как, да, я не сказал, ритмично загорается индикатор жесткого диска, как будто идет считка, но постоянно с одной частотой, никак не меняется. Именно это делали, снимали жесткий диск, пробовали, причем индикатор не перестал гореть, а также само, давайте, наверное, это покажу. Так, индикатор жесткого, вот он. Включаем без батарейки. Видно, да? Сейчас без батарейки потребление, в принципе, такое же, нет, не такое же самое. 1 ампер, 1,100. 0,800, 0,900, 1 в этих диапазонах прыгает и постоянно моргает батарейка. Причем, когда меняли оперативную местами, вставляли в верхний слот, это у меня четверка. В верхнем слоте происходила, как мне сказали, перезагрузка. Давайте это проверим. Потребление 0,8, 1, оп, выключился. 0,015. Ничего не нажимаю. Включился. Выключился. Включился, выключился. Что-то как-то непонятно.
Давайте посмотрим поведение компьютера. Ну, сейчас я отключу. Только не откручу, не отключу. Я вычислю, где у меня плюс, где минус. Значит, вот эти две, это минус, это у меня плюс. Окей. Минус могу зацепиться, в принципе, где-нибудь. Ну, плюс вот здесь. Есть потребление. Давайте попробуем запуститься без оперативной. Выключился. Включился и выключился. А, вам, наверное, не видно. Я вот. Это что-то отошло. Смотрим. Чуть без оперативы вообще не поднимается нифига. Давайте замерим, что у нас есть, чего у нас нет. Так, по идее, дежурка вот здесь. Это не дежурка.
здесь вряд ли будет журка. Эти два и упала. Три, три есть. Ничего не понимаю, то есть, то нету. Вот нету. Так, давайте. Нашел я проводок от Соньки. Пусть не ее родной, но подходит. Потребление 0,05. Хоть не выключается, но он без памяти. Давайте оперативку все же кинем. Восемь. Обязательно открою его. Он не думал, что спит. Ему надо спать. 0900, 0700, 1000, 1800. В общем, никаких изменений. Сейчас попробую оперативку. Верхний слот. И перезагруз. Или выключение. Не, перезагрузка. Так, давайте все-таки оперативку в нижний и замеряем на всех дросселях, что у меня по напруге. Три, три присутствует. Пятерка есть. Питание процессора отсутствует. Здесь 1,1. 1,1.
есть. 1,5 вольта. Это, скорее всего, оперативка. Так, а что же это за дроссель у меня? Мертвый. Какое-то питание моста есть, но вот этот, скорее всего, это питание процессора. Почему-то по нулям. Хотя сам процессор греется. Давайте попробуем без процессора, что у меня. Попробуем подкинуть процессор. Посмотрим, изменится ли как-то его жизнь. Я уже подкидывал посткарточку. И на посткарточке висит пост 7C и выключается перезагрузка. Вот сейчас он пойдет опять на включение. 7C и выключается. Это с моей оперативкой. С родной. C и еще какой-то колбасится. 8А. 7C и 8А. Ну что ж, следующим этапом это прошивка биоса. Прошивка биоса. Где у нас флешка? А вот у нас инбонд стоит. Так, снимаем батарейку.
Так, пробуем идентифицировать флешку. 8 мегабайт. W25Q64. Читаем ее. Так, открываю свежескачанный дамп. Давайте вставляем нашу пускарточку. Питание. Ну и поехали. А. Не включил блок питания. Побежали когда. Давайте я накину. Так, ну что, я включаю. Код 61. И вот изображение есть. Operation system not found. Сейчас я еще раз проделаю. Только так, чтобы вам было видно. И заодно хочу замерить наличие питания на этом дросселе. А, вон, ничего не видно. Блин. Ноль сорок пять вольта, и пускод конечный F9. Все-таки причина была в слетевшем биосе. Ну что ж, на этом могу считать ремонт законченным. Для меня единственное, что еще осталось, это вытянуть серийный номер, ключ Windows со старого BIOS, если он не убитый полностью. Если получится вытащить ключ, то вытащу и перепрошью BIOS новым ключом, либо введу его потом из-под Windows. Ну а пока, всем пока, до новых встреч!